пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гидролизатора пророщенной пшеницы 50 мл. Гидролизат протеинов пшеницы, полученный из молоденьких пшеничных ростков, обладает рядом уникальных и чрезвычайно полезных свойств для здоровья и красоты. Это эффективно увлажняющий компонент в средствах по уходу за волосами и кожей, который способствует сохранению влаги в клетках кожи. Очень часто белок пророщенной пшеницы применяет применитель гидролизованных протеинов животного происхождения. Косметические свойства таковы. Мощнейший увлажнитель, который еще и сохраняет влагу в клетках. Эффективный питательный компонент с антиоксидантными свойствами, который питает как кожу, так и волосы, способствуя выработке кератина. Регенерирующий компонент, который помогает восстановлению ослабленных клеток и образованию новых. Защитный эффект гидролизата состоит в том, что при нанесении на волосы и кожу он образует микропленочку, которая защищает и питает. Кондиционирующий компонент, который часто применяют в шампунях для восстановления волос и их укрепления. Подтягивающий эффект проявляется на коже повсеместно. Белки пшеницы придают упругость и восстанавливают клетки, чем способствуют улучшению эластичности и подтягивают кожу. Смягчающий эффект. Насыщенная полезными веществами и увлажненная кожа всегда мягенькая и приятная, но гидролизат протеинов пшеницы после регулярного его применения обеспечивает эффект смягчения и бархатистости кожи дольше, чем многие другие протеины. Сфера косметического применения таковы. Косметика на каждый день, анти-эйдж косметика, восстанавливающие средства для волос, очищающая косметика, косметика для детей, натуральное мыло, косметика до и после загара, средства до и для бритья и эпиляции, массажные смеси. Вот такой донной бутылочке мы отправляем гидролизат пророщенной пшеницы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!